Сейчас о криминале. В Пермском крае мужчина подозревается в причинении смерти знакомому. В своей квартире в краевой столице 56-летний злоумышленник распивал алкоголь с потерпевшим и играл на гитаре. В определенный момент репертуар пермяка не понравился гостю. Завязалась потасовка. Мужчина избил приятеля и вынес его на улицу. От полученных травм потерпевший скончался возле подъезда. Получилось, я ему справа звук как хрюкнул. Все. У него кровь потекла, у меня вообще затормозило. У меня все в крови. И этот сволочь следующего так крестом и храпит. Я его на руки и вынес, все. После инцидента гитарист вернулся в свою квартиру и лег спать. Вскоре его сон прервали полицейские. Злоумышленник не стал отрицать очевидное и дал признательные показания. На время следствия суд заключил мужчину под стражу. За особо тяжкое преступление ему грозит до 15 лет колонии.